В Магадане лыжную трассу Черемушки продолжают расчищать после снегопада. Впервые за лыжню взялись в середине октября, когда выпал снег. Сейчас используют специальное оборудование – ротрак. Это транспортное средство на гусеничном ходу, которое применяют для подготовки горнолыжных склонов и трасс. Специальная щетка помогает рыхлить снежный покров до 7 сантиметров. Также используют снегоходы. Мы используем также технику, ну, снегоходы, так называемый «Буран», вот, который вслед за собой имеет волокушу, вот, которая позволяет максимально ровным сделать полотно для катания. Вот. Также используются резаки для нарезания классической лыжни. На данный момент, да, пока погода не устоится, будет работать ретрак, поскольку снега выпадает много и буран не сделает той качественной лыжни, которая необходима. После того, как снегопад закончится, задействует буран. Он и будет готовить лыжню. Для того, чтобы почистить трассу, ретрак должен работать около 5 часов. Возникают и сложности. Технику сначала нужно транспортировать к Черемушкам. В этом помогают сотрудники комбината зеленого хозяйства. Случаются и поломки техники, однако специалисты продолжают работать. По их словам, благодаря таким усилиям кататься по лыжне в Магадане можно до конца апреля.